сигарету кури. А завтра утром пойду схожу я в кино, посплю спокойно, чтобы никто не мешал, а снов нормальных. От всех убежал. Здесь можно топать, что вы сидите, молчите. Давай веселее, веселее, Роман! Всем огромный респект, что вы сегодня здесь, вы пришли, поиграли, попели. Спасибо вам. Сидел на ветке воробей и сверху вниз на всех глядел. Ему кричали все «Запей!». Он просто взял и улетел. Улетел, вот где. Улетел воробей, улетел, улетел воробей. Воробей, улетел, улетел. Давай на дело, блин, давай. Улетел воробей, улетел туда. Всегда сухо и тепло, где есть холодная вода и есть бесплатное зерно. Улетел воробей, улетел, улетел воробей. Все было хорошо до недавнего времени, пока доктора меня не обследовали, дали заключение, признан больным, скатили санитары, амбулаторные режим сказали, что-то типа, что хватался за ножи. Вот это попадос, доктора врагов ожил. История как фильм, долгая и странная. После недели препарата лишь стало не связанное. То есть я сидел и втыкал, в голове лишь мысль, как сюда я попал. Вдруг кто-то закричал мне, что-то потерял, меня озарило, и родился план. И так у меня шестая палата, со мной лежит Штирлиц и два депутата. Этих досмотри, ногой пнуть надо, и выставить Штирлица перед всеми гадом. После этого забиться тупо в угол, паника, истерика, санитары в округе раздают по щам всем больным лихо. Я хватаю димедрол и бегом на выход. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил побег у всей больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли. Вот и бегу русаком, как по полю. От ваших уколов болят ягодицы. Вот и замутил
Обсудил побег из больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли. Вот и бегу русаком, как по полю. Эй, стой, кричат санитары, доносится эхо по коридорам старым. А я бегу под димедролом бодро и всем кричу матом. Нахуй с дороги, не буду пить я ваши лекарства, доктор, тем более они с истёкшим сроком. Нет, я не псих, просто в голове слишком много мыслей, что не дают покоя мне. Например, вот писечку Олю, я бы на то самое, но прямо в холле. Но она не даст принять меня за психопата, так что прощай, дурдом, прощай, палата. Первым делом намучу крылья, сперва под белым, и все будет как в фильме. Потом по парам, по бабам присунуть, куда гусей, все больница отдыхает не слабо. На крыше дома провожать закаты, это песня аспекта диджейза и аката. От ваших уколов болят ягодицы, вот и замутил побег из больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли, вот и бегу русаком, как по полю. От ваших уколов болят ягодицы, вот и замутил побег из больницы. Доктор, я не болен, просто хочу воли, вот и бегу русаком, как по полю.